Константин Михайлович Познянский, ветеран Великой Отечественной войны. Уважаемый Александр Иванович, отвоевал. Рад приветствовать участников, естественно, Великой Отечественной войны и от иркутян в центре земли. Спасибо. Иркутске. В центре земли. 75 лет победы было в Великой Отечественной войне. На всех ресурсов сказал, 75 раз отожмусь. Отжался, по моим данным. Ты что еще воюешь? Нет, ушел. Ушел уже? Ну да, но он член высшего совета при губернаторе. Это так. Старейшин. Ну, старый коммунист. По моим данным. Ну, держится. Держится. И Ольга Николаевна, да. Калининские цветы. Александр Григорьевич, рада вас приветствовать на нашей иркутской земле. И хочу вас поблагодарить за ваш дружеский визит в нашу великую страну и в наш регион. Спасибо. Ну, похоже на Беларусь. Очень красивый край. Благородный, благодатный. И люди, видите, какие. Люди. Я в Минске был несколько раз, у меня друзья там есть. Ну, пользуясь случаем, раз вы находитесь, это диаспора. Что наши? Ой, вы мне светитесь, Терема, остановитесь, Терема, распритеревками, города распригородками. Нам пожаловали званые, гости званые, желанные. У ворот остановитесь, всем гостям да поклонитесь. Спасибо. Поважанные Александр Григорьевич. Поважанные сябры. Спасибо. Вельми приємно бачить вас у Якутске. Как ласка в нашу сласку. Ну, затягнуло вас сюда это життё. Дякую великое. Если будут вопросы какие-то, вот Игорь Иванович. Я не знаю. Но если что, посла найдете. Он подвижный, приедет. А можно с вами сейчас? Ну, а как же? Спасибо. Значит, фотографии все за счет иркутского губернатора. Спасибо. Спасибо. Огромное спасибо. Здание историческое. Да. Ну, а здесь вот все, что связано с Байкалом, все времена. Ну, здесь все находятся наши административные здания. Поэтому сейчас я вам покажу то, что мне коллеги из Беларуси. Это вот шахматы. Поэтому, уважаемый Александр Григорьевич, уважаемый Дмитрий Николаевич, я рад вас приветствовать на иркутской земле. Знаю, что вы давно желали посетить Байкал. И в сентябре 2020 года, когда я только избрался, я был у вас в гостях. И вы тогда сказали, это сделал обязательно. Спасибо за то, что выполнили свои слова, сдержали свои слова. Ну, конечно, нам сегодня нужно и необходимо, чтобы присутствие наших братьев, коллег, партнеров и всех, кто желает посетить Иркутскую область, мы всегда открыты и готовим разные варианты решения всех тех вопросов, которые в рамках экономического сотрудничества, не только культурного, образовательного, мы всегда открыты. Площадь 774 тысячи квадратных километров, это пятое место в России и 21 место по населению. Но в любом случае у нас есть ряд выгодных решений, все-таки географическое положение. Природные ресурсы, золото 31%, древесина 10%, природный газ 8%, уголь 7%. Мы производим алюминий 40%, изделия из ПВХ 28%, целлюлоза 27%, сода акустическая 24%, пиломатериал 11%. Ну, сейчас многие вопросы здесь даже увеличены. С точки зрения по алюминию, с созданием нового завода, в любом количестве мы готовы алюминий сегодня поставлять. Я посмотрел вот наш товарообмен, товарооборот, и мы сегодня с коллегами еще раз проговорили, у нас там небольшое снижение, в том числе по алюминию, мы готовы все это восстановить, если будет поддержка соответствующих промышленности Беларуси. Я вам сорвал рабочий день! У них уже выходной, они уже говорят, куда нам примоститься?
так? Давайте, вы не уходите, не уходите. Мы видны, нет? А мы все видны, красота. Спасибо. Значит, мы вам сбросим все эти снимки губернатору, чтобы за его счет. А он распечатает. Игорь Иванович, найдешь же небольшую копейку, конечно, чтобы были фотографии. Заметьте, что они сами вышли. Спасибо. Ну, наши люди, ну что ж тут. Белорусы все. Все белорусы. Да все. А, были мало. В Минске, в Гомеле была. У меня папа белорус. Приезжайте. Хотя должен вам сказать, что вряд ли вам будет дополнительный интерес только в плане Беларуси, потому что природа и ваша, и у нас один в один. Вот Игорь Иванович вчера попросил вот эту природу, я созвонился. Сказали, с Путиным, да, созвонился, заказал в Кремле. Владимир Владимирович нам вот вчера. Нет, ну, это моя погода. Это он любит теплую погоду. Южный человек, а мне надо... Там у нас вечный спор с президентом России. Он любит такую нормальную погоду, теплую. А я вообще не могу. Надо еще на рыбалку. Приезжайте почти. На рыбалку. Приезжайте. Ну, на рыбалку куда? Ладно, девчонки. Всего хорошего. Привет, привет.